Торжественный ввод в эксплуатацию современной линии по производству фронтальных погрузчиков и навесного оборудования состоялся сегодня не вопреки, а именно благодаря. Компания занимается реализацией и обслуживанием спецтехники 12 лет. Полученный за это время опыт и помог учесть все желания, запросы, настроения и даже менталитет российского потребителя. 2012 года по сегодняшний день мы занимались именно продажей фронтальных погрузчиков такого плана, но китайского производства. То есть рынок мы понимаем, осознаем, куда мы залезли и почему мы залезли. И мы уверенно, я так это уже точно, да, уверенно заявляю, что мы найдем свою нишу для именно этого погрузчика, для этой модели. Уникальный для региона инвестиционный проект в области машиностроения был успешно реализован при поддержке краевого правительства и институтов развития, а также особого режима для резидента ТОР. Это очень знаковое событие для промышленности Забайкальского края, потому что это действительно полный цикл производства. Ранее завод занимался исключительно сборкой и иностранных погрузчиков. Теперь же производство организовано именно на площадке завода за счет средств нашего регионального фонда развития промышленности. 29 миллионов под особые условия, ставка 2% на срок 7 лет. Таких уникальных условий никто не предоставляет для финансирования таких проектов. Мы сопровождаем проект от и до, от начала и до конечной продукции. Сейчас мы занимаемся вопросами и сертификации, лицензирования. Поэтому планы большие. Потребность в такой продукции именно для забайкальских предприятий также большая, существенная. Сейчас уже заявки пошли от крупных предприятий горнодобывающего сектора, строительная отрасль очень также интересуется этой продукцией, поэтому планы совместные у нас амбициозные, задачи по созданию рабочих мест и расширению производства также у нас серьезные. Мощность завода составляет около 50 единиц спецтехники в год. Главными потребителями продукции резидента станут производственные и дорожно-строительные предприятия Забайкальского края, Сибири и Дальнего Востока. Вместе со сборкой одноковшовых фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 3 тонны на предприятии налажен выпуск и разнообразного навесного оборудования. Специалисты завода займутся и сервисным обслуживанием производимой спецтехники. Производство на территории Забайкальского края для нас в экономическом развитии является главным приоритетом. Промышленность, обрабатывающее производство, собственно, является тем стержнем, на который нанизывается все. И добыча сырья, и различного рода инженерные промышленные услуги, и финансирование, и продажи, и маркетинг, и сервис, и все остальное. То есть, стержнем является реальное производство промышленной продукции. К сожалению, за предыдущие годы мощный достаточно потенциал производства Забайкальского края был утерян. Поэтому, повторю, наша первоочередная задача восстанавливать этот потенциал. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики резидент вложил в проект 20 миллионов рублей. Средства инвестированы в покупку станков и оборудования для металлообработки. На заводе создано 7 рабочих мест с заработной платой, значительно превышающие средние показатели по региону. И это тоже стало возможно благодаря налоговым льготам резидента ТОР Забайкалья. Дарья Пьяникова, Людмила Меркутова, Максим Лобачев, РТК Забайкалье.